Все. Ой, у меня зашел. Так, здравствуйте, сегодня с нами. А, вот все, сегодня да. Золотой обзор, с нами сегодня Фэнк и Сэнс. И то есть это еще две девушки с нами, это Катя и Полина. Итак, Кань, начинаем. Что, все возьмите, тут? Возьмите все шашки, тут? Возьмите шашки домовые, вот. Погодите, я вообще ничего не вижу. Возьмите шашки. Стоп, а чё нас четверо, а не пятеро? А потому что у меня что-то сюда? Чё-то у меня вообще так медленно грузит. Давайте подождём её чутка. О, я кто? Два, вот, два кра... Фу, ты голубой. Ты тоже голубой. А я какая? Ты красная. Я красная? Вау. А меня вообще нет, да? А я кто? Ты подождите, как? Я никак не могу ничего сделать. Он мне очень дико лагает. Вот сейчас, эту подожди. Вот штуку возьмите, пожалуйста, вот эту вот, вот эту вот. Да, надо взять ее. Найти. А как идти? А что компас показывает? Компас? Куда идти, наверное? Только я не знаю, как им пользоваться. Что, поперли? Подожди, стой, Полин, не может зайти. У меня лагает дико, вообще дико. Ё-моё! Ёшкин-матрёшкин! Слушай, может перезапустить её или чё? Ну, Полин, давай мы пока без тебя. Ну да, давай, давайте я тут буду стоять. Всё, попёрли, пацаны. Пойдёмте. Кать, зайди за нами, не бойся. Так, у меня вообще ничего нет. Давай тогда... Может, я тоже буду медленно, но уйти. А, мы опять всё втроём. Всё, я побежал. Куда рванулись? Кто-то побежал. Я всех разъебу. Кто такой смелый? Я! Вот туда вот лучше не ходить. Вот туда вот лучше я не ходить. Я читать не буду. Я вижу только один беленький цветочек. Все. Я даже не знал, что в этой игре могут быть цветочки. Я читать не буду. Вот. А не надо читать, не надо. Че, пошли туда на прорыв? Куда? Туда. Вон туда, а там, ну-ка, где спокойнее, подождите. Давайте я. Там или... Заблорите. Ну пойдёмте туда. Пошли. Игорь, беги. Идёмте туда, там не было. Давай, Игорь, иди. Нам страшно. Не, хочу в середине идти, я последний не хочу. У кого магнитофон? Эй! У кого магнитофон? Включите магнитофон. Да у меня он. Ага, да, говори, когда ребить будет. Ребит час. Ребит, подождите. Ребит, но не очень сильно. Идемте пока что. Кто меня там подкидывает, подпирает? Ваня. Я могу выйти из этой игры, нет? Да. Это F4. F4, да? Это F4. Чего? Ой. Давай нас перекинул с тобой, Вань. Вот это я сиранул сейчас. Я тоже сиранул. Вот мы, вот, за тебя, Игорь. Блин, вы куда пропали, так страшно. Да мы тут. Из Соколовой. Так, подождите, где? Я су, ребят, я су. Эта сволочь неожиданно появилась. Да. Ванёк, скажи что-нибудь? Вот так ты разговариваешь. Ну, погромче можно просто. Окей. Я боюсь. Вот ещё ворона глупая, да? Ага, каркает. Дора. О, ну там круп. Нет, это круп. А там ещё скелет будет. Сука, мне Вова пидора звонит. Ладно, пацаны, встретимся около круга. Это скелет бошку не оторвёт? А в кругу он не имеет права в круг заходить. А где он, кстати, скелет? Хуй его знает. Его и не было. Это круг был. Стоп. Может тут что-нибудь... А нет, там ничего нет, это я помню. О, ведро какое-то. Нахуй нам ветру надо. Смотри, что нашёл.
Ты нашел? Я туда уже глядел, не знаю сколько. О, что тут есть? Что там есть? Письмо. Как ты в дом пробрался? А, читай. Его нет, я его не взял. Все взяли. Я уже слышу. О, тут другой почерк совсем. Я не могу такой почерк читать. Читай, сука. Да все, иди в жопу. Ну, Вань, ну прочитай. Я не могу такой почерк читать. Игорь, ты прочитай. Я вообще читать не умею. Я стесняюсь. Я уже слышу его, он все ближе, если вы читаете. Читающие строки. Дождитесь до рассвета. Вам нужно исполнить. Короче, там непонятно. Вам нужно исполнить ритуал до нервы или первый. Петушиного кука. А, крика. Кука показался. Ладно, пошлите где-нибудь утро надо. Переждать. Точнее, ночь надо переждать. Утро, блядь. Где? Нам нужно бегать, наверное. Мы от дороги уже отошли далеко. Пускай. А вы где, ребят? Дурак, я вот! И мы я тут. Я все видел. А! Ой. Побежали. Ой, она сейчас меня переселит. Все, я вас не вижу, ребят. Что у меня? Стоп, я вижу, я вижу тебя. Я вижу тебя. А, блядь! Все, бежим отсюда, Дракула. А-а-а! Бегите! Бегите! Я слышу его! Игорь, ты куда делся, блядь? Я за тобой бегу. Бегите, блин, бегите! Стой, тише, остановитесь. Ребят, вы где? Да на тебя выпанем. Остановитесь. Спокойно, все, спокойно тут пока что. Стой, ждите меня. Иди на свет. Ой. Там дом, вон дом, видите? Да. Может, тут какой-нибудь дом можно пробраться? Так, типа, переждать. Тише, шелк, видишь? Это я, блядь, дебил, пернул. Слышь, дебил. Бункер, ребят. Тихо, мне показалось, или я тут... Блядь, я задом буду ходить. Рук. Блядь, что-то мигает. Где, блядь? Че, ребят, ходим? Идите первые. Ебать! Слышите, он где-то близко. Я в кругу не хочу. Дракула. А как вы его узнали? Это сейчас так делает. Бля, кто так кашляет, а? Это не кашель. Ребят, давайте на раз, два, три прямо, давайте. Раз, два, три. Сука! Кросс! Блять! Туда! Как бы нам башню не включил. Вот так надо бегать, ёбаный в рот! Блять, я хотел бы спрыгнуть сейчас, если честно. Да, лучше спрыгнуть, чем ему. Не прыгай, дурак! Что будет? О, сдохнешь, дебил! Блин, я тут с вами неинтересно уже. Неинтересно? Да, ты знаешь, как страшно. Я не знаю, поэтому мне неинтересно. Блять, он рядом, ребят, он... Вон он! Правильно, блять! Сейчас я буду освещать Катька. Обрыги Дракулу, Катька. Бегите! Он там! Бежим на свет, ребят, бежим на свет. Вот ты долбоёб, сейчас ночь. Блин, вообще в кайф еще там этот скелет. Я походу устал. Оторвался сильно. А нет, Вань, бежим, Вань. Куда, блин? Я все что-то бежать не могу.
Я сука. Тоже. Может, мы устали? Ты чё? Это сволочь появилась! Да, появилась. Вань, что между мной? Это ты, Вань. О, мы с Игорем вместе, тут Игорь, я, вы, Боб, Зазев. Блин, я кого-то вижу. А ты чё, Катя, играешь? Я одна играю. А вот так вот. Чё я бегать не могу? Без этого никак, ребят. Я тоже не могу бегать, ребят. Подождите меня. Так, я вообще надрёчивать буду. Как отдохнуть-то, блин, если тут сейчас мы сдохнем? Сука, я назад побежал. Прыгаем. Как прыгать, ебланы? Бобры, прыгаем. Я, короче, прям бегу, мне похер на него. Вот, тише, он подлетел. Я прыгаю отсюда. Я свет выключил. Вы где? Вы, сволочь, меня кинули! Твари! Вы, твари, меня кинули! Вы где? Я спрыгнул. Ты дурак! Вань, ты дурак! Я за вами лучше послежу. Пойдем, я здесь. Не, я знаю, вот тут. Я, блядь, тут буду сидеть, тут лучше. Ты чё, а ты знаешь, что он сейчас сделал, Игорь, за тебя, короче? Он, короче, подлетел такой, вообще. Свет вырубите? Ну, короче, у него красные глаза, вы его сразу видите. Я уже понял, что у него красные глаза. Он, блядь, летает, человек, паук хренов, блядь. Блин, мне страшно. Я тоже хочу быть Человеком-пауком. Ой, я знаю место, где он меня не доберется. Он сейчас сорвётся, и все. На этом сказка конец. Упал. А я не упал. Игорь, ты так не прыгай. Да, не прыгай. Иди побегай. Игорь, да ладно, просто побегай. Лёш улетел. А, ты уж улетел? А что тогда у меня камера стоит? Нет, тоже. Ладно, сейчас я...